здесь, конечно, поудобнее бегать. Ну, тут кабаны, циклопы, речка, озеро. Да, обойти другое, третье, нужно перепрыгнуть. А там на каждом шагу были. Хотя бы контраст виден, зелень с серым. Ужас. Вот этот усы Гитлера. Кто был с ним в пати? Видели, какие персонажи у него ники? Нет. Даже не задавались мысли. Да вот сейчас там зашел, вышел, короче, там усы Гитлера, подмышка Сталина, там вообще какая-то хрень. Кепка команды. Четыре крита подряд. Это, может, не твои? Мои. Именно в момент, когда я выступил. Нет, когда ты критируешь, то тебе не видно слов. Да? Да. Не знаю, меня видно, когда я критую. Меня тоже видно. Нет, и меня видно. Я даже когда крокодила бью сам, криты выкидаю, вылетают. А я ни разу не видел. А у меня все наоборот. Своих критов не видно, только чужие. Я просто вижу, это моя пуля летит и крит ходит. Да? И звук такой специфический. Да, да, какой. Понятный. Не знаешь, как описать. Металлический звук. У вас звук выстрелы. Да, классно, я что-то давно со звуком не играл, а сейчас вот включу такие мелодии, тут классно, и вообще озвучка крутая. Эльям, все благая. Как говорит ведьмаке этого, ветра сильного с дождем, там, чтобы деревья гнулись, завывал ветер. Не, ну не забывай, что это онлайн. Ну, ты знаешь, графика тут и так. По-моему, только круче, чем тут графика, это Ведьмаке, но если так по-старому судить. Всем спасибо. Или еще на другом канале.